Всем привет, ребят. Ну что, у нас очередная вторая сторона доната. Запарился я вам уже писать сегодня видосики с этими донатами. В общем, у нас сегодня английский сервер. Как обычно, здесь продают все топовое. Как видите, уже начали продавать 8 эмблемки. Ждем скоро 9. Начали уже усиленно продавать рунки, тоже священные огни. Ну, все как обычно, все по максимуму, ничего удивительного. Даже такой вот пак интересный есть с разбросом. Его я позабирал, потому что у меня разбросов нет. Пак огни крыла, 20 сумочек за 50 уже, плюс 7 эмблемки опять же с вольтом. Ну, в общем, как обычно, здесь ничем никого ничего не удивишь. Вот такие вот есть паки за самики. Ну, я забрал там молоточки. Мне молоточки надо, чтобы здание качать. Так, окей. Ракушку мы пока оставляем. Забираем наши плюшки и пробежимся по акциям. Что тут интересного есть? Ну, вот как-то так. 4000, ребят, сумочек. Я не знаю, они уже тоже будут скоро продаваться, на ману буду их продавать, но вариантов никаких нет, либо открывать питомцев потолок, возможно, скорее всего, ограничение 9999. 15 рун забрал на 9 талантик, буду тоже прокачивать. Ну и освещение огней, которые я качал, и они уже сегодня продаются, плюс остальные плюшки. Так, поехали, посмотрим, что тут у нас сегодня есть. Так, продолжается у нас эта акция. Забираем отсюда плюшки сразу все. Три малыша Ника, ничего себе. Зачем мне их столько? Будем готовиться к битве гильдий. Да, малыша Ники неплохо падают. Так, что у нас там за 60 книг? Ну нафиг те книги, они мне не нужны, в принципе, уже. 25 как луку. Так, окей. Интерсфест, Лаваника. Это мы уже забрали. Бонус. Поехали, посмотрим имперскую. Что сегодня здесь интересного продают? Ну, здесь, как обычно, ничего не поменялось. Да, уж так смотрю. Логика, конечно, у них железная. Так, ну давайте. До какого надо? До 22-го. Что, попробуем шанс на некроса? Ну, конечно, как обычно, мы зафейлим это все. Так, покер-матчер. Поехали, посмотрим, что здесь у нас. Может, что-то интересное вытащим. Так, вот эту я люблю играться здесь. Так, пятерки, шестерки. Одну масть я так сколько играю, еще до сих пор не собрал. Так, дубочка. Так, нужно семерку вытащить. Видите, вот изи комбинация собирается. Так, король. Заодно посмотрим плюшки, сравним с китайкой. Так, семерка. Плюс. Ну что, нужен? Ну, я думаю, вряд ли. Нам так повезет. Нет, как видите, повезло все-таки. Так, Prime Hero Card, пятая коробка, 30 сумочек вторых. Эти чест, так. Такое себе, я бы не сказал, что топовые плюшки, но и так неплохо. Давайте заберем это все. Бум. Так, ну так, если, конечно, посмотреть. Неплохо. Как для бездоната. Так.
Покер мы. Так, это выращивать. Ну, давайте посмотрим. Не, не будем сюда залазить. Давайте в аркаду. Кстати, за вчерашний... вчерашнее счастливое число я получил дракона. Вот так вот. Так, прайс хаб. Ну, тут у нас ничего не поменялось. Поехали. Мултаника. Я тоже мултанику получил, только осколками, правда. 1000 гемов. Ну, это уже получше. Еще раз 1000. Малыши Ники. Сегодня день малышей. Еще одна мултаника. Все, не хватает нам. Что мы тут заберем? Карты смены. 3, 4. Окей, с этим разобрались. Счастливое число. Поехали. И пойдем открывать уже плюшки. Че себе 42 попытки. Ну, мы жесткие сегодня. Честно говоря, вот нету никакой логики между вот этими акциями и рынком. На рынке, блин, все копейки стоят в этих акциях. Не знаю, для кого они это все продают. По сути, тут самое основное — это рынок. Сюда можно даже, в принципе, даже не заходить ради этих расходников, если вы на рынке покупаете плюшки там в 100 раз круче, чем тут вы их получите. Как вспомогательные, да, для начального аккаунта, возможно, да, но... Мне, честно говоря, иногда бывает даже лень сюда заходить. Потому что ничего не решает. Хорошо, что они увеличили хотя бы до 10 тысяч. Емкость. И то этого уже не хватает. Надо хотя бы там 1100, чтобы не париться в ближайших полгода. Так, чарующие изменения нам не интересно. Поехали еще в Pointer Cut. Посмотрим, что же здесь нас ожидает сегодня. А, мы здесь уже были. Поехали тогда что-то вырастим. По-моему, это акция. Так. А, нет, здесь нам дают. Отличные. Вроде как бы все пробежались. Поехали, заберем плюшки, пооткрываем все. Чтобы места не занимало. Я вот думаю, не знаю, что делать по поводу гарнизона. На китайке у меня однозначно его не будет. А вот здесь, я думаю, все-таки гарнизон, наверное, оставить. Не рваться там особо в топ. Ну, вот кулаки. 9000 уже с пизней. 54 миллиона. Ляшек, что дальше делать? Непонятно. Такс. Такс. 15 камней у нас уже накопилось. Сделал я здесь Ронина. Посмотрел, в принципе, видели, не неплохо вроде так. Ну, особо разницы нету, но... Интересно, вот разброс на черепе девятом мне больше понравился. Так, ломаника. Чем у нас нету ничего интересного. Так, живо. Ну, вот эти вот все паки нафиг не нужны, если продают уже восьмые сразу. Вау, 5 рогатки. Так, поехали. Открываем, что делать. Ну, в принципе, на огника. Он огника у меня, по-моему, здесь уже он прокачан, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть. Все остальное тоже нафиг не надо. Хотя, в принципе, эмблемки выживания — неплохая тема. Так, что еще у нас?
Как-то мы сегодня быстро справились. Сейчас посмотрим. Да, у меня тут Махатма, Асура. В принципе, пару героев осталось только. Такс. Такс. Забираем. Смотрим еще сейчас, что у нас там по питомцам делается. Тридцать пятый, дракончика можно улучшить. 33-й уже, ну, остальные 32-е, 31-е, в принципе, еще только Селестина осталось сделать. Вот так вот, ребят, все, в принципе, показал вам так по Берику. Пишите, кого вы хотите увидеть на девятке, и будем дальше качать. Вариантов очень много, и возможностей тоже очень много, потому что на всех серверах у меня есть камни. Все, всем удачи, всем пока.